Европа, возможно, скоро откроет двери для граждан Грузии. Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС рассмотреть отмену виз уже в следующем году. Отчет по визовой либерализации представили накануне в Тбилиси. Согласно документу, Грузия выполнила все обязательства, которые требовались для отмены визового режима. Но точную дату перехода в Еврокомиссии не назвали. Еврокомиссия представит свое предложение в Совет ЕС, после чего начнутся дискуссии. Прогресс в этом направлении в руках стран-членов Евросоюза и Европейского парламента. Исходя из опыта с Молдовой, тогда это заняло 4-5 месяцев. Это ориентировочное время. Хочу отметить, что это ненадежная опора, так как возможно, что это решение могут поддержать не все страны-члены ЕС. Это событие в Грузии отметили праздничной иллюминацией в цвета флага ЕС. Окрасились мост мира, правительственные здания и телебашня в Тбилиси. Подобную подсветку можно наблюдать по всей Грузии. На новое освещение власти страны потратили 90 тысяч долларов.